Невозможно предугадать, заинтересует ли ваша квартира любителей легкой наживы. Воров, специализирующихся на квартирных кражах, также называют домушниками. Они, как правило, действуют организованными группами. Одни взламывают двери, другие орудуют сейфами, третьи присматривают будущую наживу, изучают окна, распорядок дня хозяина и его соседей, иногда действуют по наводке. Предварительная работа длится долго, а само преступление занимает 10-15 минут. В основном квартиры обворовывают в дневное время, в будние дни. Летом график другой. Преступники чаще работают по выходным. В последнее время в Одинцовском муниципальном районе участились случаи краж из квартир первых этажей, а также через форточки, окна и балконные двери. Полиция призывает всех граждан быть внимательными и бдительными. За 7 месяцев 2015 года всего зарегистрировано 127 фактов краж из квартир. Полиция рекомендует гражданам устанавливать на окна первых этажей металлические решетки, либо же ставить квартиру на сигнализацию. Сигнализация – самый надежный способ защиты от квартирных краж. Но услуга не из дешевых. Цены начинаются от 20 тысяч рублей, плюс ежемесячная плата за обслуживание. На время отпуска ценные вещи лучше передать на хранение родственникам. Постарайтесь договориться с близкими о том, чтобы они во время вашего отсутствия проведывали дом, очищали почтовый ящик, периодически включали свет. Помните, что наводчиком может оказаться ваш знакомый. Статус в социальных сетях, содержащий сроки вашего отпуска и фотографии на фоне далекого моря могут привлечь внимание не только ваших поклонников, но и любителей наживы. Как говорят домушники, если придумали замок, придумается и отмычка. Поэтому, чтобы вашу крепость обошли стороной, элементарные правила защиты нужно соблюдать всегда. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».